Друзья, всем здравствуйте. Прошу, рассаживайтесь. Вот кресло, жираф. Не мешай никому. Все в порядке, все готовы. Мы начинаем катать. Скругленные бетонные кубы, ребята. Культ бетона. Ага! Культ бетона возрождается на нашем стриме. Да, я теперь могу не скрывать. Это мой ник, я купил игру. Поехали. Сюжетная кампания. И вот наш шарик. Между прочим, я тут узнал, оказывается, господа пираты предоставляют такую опцию, что все сохранения у тебя в официальной версии остаются, так что, по сути, я действительно играл в версию, которая называется демо-версия. Да, как-то так. Ну что, мы с вами ходили Жанну Дарк смотреть? Но давайте забудем ее. Давайте сходим вот сюда. Я не знаю, что это такое. Это у нас Голландия. Новая Голландия. Две звезды. И, кстати, а за что вторая звезда? Неизвестно. Поехали. Так. Я японскую рекламу сразу вспоминаю, когда вот такое же движение происходит. Надо отдохнуть. О, шарик. Что это такое? Хорош. Нет! За что? Винсент Ван Гог. Я так иду, Ван Гог, что ли, думаю? Блин. Ой, жесть какая, а. Поехали. Что с Ван Гогом будем делать? Так, давайте изучим карту. Погоди, карту нам не дают изучить, мы должны брать все подряд. Смотри, у нас пушка с фейерверком появилась. Что это такое? Стрелять фейерверком в случайном направлении вокруг себя. Какой смысл ее брать? Так, смотрите, мне понравились пружинки, во-первых. Вообще классная штука. А, шары, шары, шары. Ну, кстати, DLC на языке у меня есть, но почему-то я... я не знаю, как правильно. Ну, смолистый валун какой-то он. Прыгайте, чтобы запачкать территорию врага по приземлению. Юниты не могут быть построены на запачканных клетках. А-а-а, но у него прочность маленькая. И скорость маленькая. Давайте Мегусту возьмем. Пусть будет Мегуста. Так, обязательно... Шахты. Какой смысл в шахтах? Музыка какая, слышите? Да возьмем пушку с фейерверком, чисто изучить, что это такое. Возьмем башню. И катапульта. Или слонов. Давай слонов. Будем башни со слонами сочетать. Как-то так. Ну что, мы готовы? Мы готовы. Поехали. Так, изучаем карту быстренько. А, где мини-карта? Вон там мини-карта. Ага. Я что-то не понял. Я откуда поеду и куда? Вон туда вниз я поеду, мой булыжник... Погоди, не я по... А это я защиту себе строю. Понял. Даже я строю защиту, да. Ага, вот мой замок. Здесь строить ничего нельзя, вот здесь можно строить уже. Окей. А здесь скинуть нельзя, я так понимаю, да? Зря я площадки брал. Или здесь все-таки можно скинуть? Башня с фейерверком. Я не знаю, зачем я это делаю. О, я что-то продал. Так, я что, башню с фейерверком продал? Ёлки-палки, леший. Так, слоны. Так, два слона. Ой, а зачем я же так упор-то ставлю? Ну вот, Витя уже накосячил, так нечестно.
И к с тобой, золотая рыбка. Башни с фейерверками тогда поставим. Здесь вот стеночку. По-хорошему вот так должно быть. Смотрите, стенка, пара слонов, а там еще стенка. О, блин, он же катится, так нечестно. Я тоже готов, поехали. Пора. Куда катиться-то, ребят? О, смотри, он какой-то колбасой катится вообще. Он не камнем катится, он блином. Что это такое? Какой-то форт стоит. О, господи! Ни хрена себе накрывают! Я понял, надо просто катиться со всей дури, ребята. Здесь надо катиться! Мой скругленный куб бетона сейчас всех задавит. Слоны, валим, мимо. Тихо, притормозить, налево. Уберись свою катушку. Я хочу мини-карту видеть. Я еще не знаю, куда здесь катиться толком. Что это, мост он тормозит только. Ой, у него тоже по катушке есть такая веселая. Что, по траве нельзя ходить, да? Видимо, по траве нельзя ползать, как-то медленно все получается. Эть. Ну хотя бы трава не убивает. Сколько он фортификаций построил. Пумс! 181. Хорош. Смотри, насколько сильно я в него вошел. Так, делаем новый камень. Где я так? Как побыстрее-то своей карте-то придвинуться? А вот замок, кнопочка замок. Так, смотри, он одного слона мне снес. Это хорошо. Жалко, что я теперь построить здесь ничего не могу. Мне вот объяснили, что в этой игре, что как построишь, в общем. Все, здесь как бы на каждой точке можно только одно построить и все. Так, значит, фортификации вот так. А здесь снова слонов. Слоны тащат, если грамотно расставить. Я, правда, не знаю, как вот эта башня работает еще, но я ее воткну. Парочку башен. Здесь еще стенку. Такая слоистая оборона, которую фиг пробьешь. Так, здесь я ничего не могу построить. Ладно, еще слоны. Что-то не влезают. Опа, шар готов, я поехал. Враг тоже катится. Ага, смотрите, сюда надо запрыгивать грамотно так. Хопа, перепрыгнул. Коровы! Коров лучше не надо, они тормозят. Чёрт, что-то снес. Ха-ха-ха, я по обочинам объехал все. Слонина, слонину гаси. Что это там такое? Мне кажется, вот эти фейерверки, они вообще не нужны. На мост! Ух, классно! Бетониссимо! Давай, прям здесь! Чуть-чуть получилось. По мне попали, ребят. Кажется, по мне попали. Меня приостановили чуть-чуть, но ничего. Сломаем, чтобы в следующий раз нормально пройти. Я вижу замок! Я к тебе иду, замок! 186! Что за игруля, в чем смысл? Смысл победить. Ну, слушайте, мне одну каточку осталось. А он? Не понял. Как он проехал? Все на месте стоит. А, нет, он стену тут поломал. Вижу, стены поломал. А здесь вообще не поломал. Непонятно. Волшебник какой-то попался. Еще больше слонов, богу слонов. Вот такую вот богадельню настрою. Фортификации возвожу. Отчаянные. Так, здесь два слона прям вообще мастерски входят. А вот это вот мы будем тормозить его, чтобы перед слонами он попрыгал туда. Уже могу ехать. Поехали. Надо включить, кстати, как он поедет. Тут я уже более-менее понял, что делать надо. Витя, вперед!
Ну, давай корову возьмем. Вове, дали? А, что, она свалилась? А я думал, она долго. Слушай, эта башня, оказывается, смотри, как делает. Она вообще останавливает жахна. Все, я понял, башни крутые, их надо на самый... Я думал, это башня с фейерверком. Так, удерживайте ем, чтобы посмотреть, что происходит у их шара. Так, тихо, нам налево. Смотри, а он почему-то теперь шаром едет. Как-то он неправильно. Нелогично, то кольцом катал, то теперь шар. Он что, решил, как я, бетонный куб взять? Все мимо. Все разошлись. Витя идет. Вау! Шух! Проскочил. Ой-ой-ой, в кусты. Все, я уже вижу цель. Прыгаем, прыгаем, разгоняемся и... Опунч! Ха-ха-ха, Ван Гог попался. Подожди, я хочу посмотреть, как он докатится. Смотри, слоны-то его пинают. Работает, работает моя штука. Моя оборона работает, ребят. Столб это культист, Витя Кекс. Веста отсылка. Во время игры возможны изменения в форме. Надо же. Первый раз слышу о таком. Ух. Ну что, пошли посмотрим, что мы взяли. Голландию. Это что это такое? Новый юнит, воздушный шар. Воздушные шары цепляются к валунам с помощью новой технологии Лев-якорь. Лев-якорь? Боже мой, что это значит? Львов! О как! Мы уже до Львова дошли, оказывается. Серьезно? А там пушка, во, мне, кстати, пушка понравилась. Давай за пушкой сходим. Осло! Поехали, Норвегия. Картошка какая-то загорает. Суперклеем шар чинит, что ли? Он делает. Ой. Сейчас что-то будет. О-оу. Хорош! Скрим! И вот теперь мы знаем, как получилось, ребят. Это же картина Крик, да? Классно! Интересно, что Крик нам противопоставит? О! Ух ты! Скорость ускорения, урон. Офигительное колесико, но маленькая прочность. Давай попробуем. Не катал на таком, ни разу не знаю. Так, а как вот это раскрывать-то? Я так и не въехал. Видимо, где-то еще нужно поиграть. Так, башни с фейерверками, пушка с фейерверками. Ну, в принципе, та тактика, в которой я играл, она классная. Но нам нужно с вами шары испробовать. А, платформы... Тут непонятно, если тут опять такие же поля вокруг будут, то это не камильфо. Давай возьмем вот так, вот так, вот так, вот так. Вот, погнали. Ну, как раз, да, здесь поля какие-то. Так, погоди, здесь почему-то можно ее с одной стороны и с другой проехать. Защита. Здесь мост какой-то есть, здесь можно какие-то пушки ставить, видимо, да? Слоны. О, слонов можно на мост поставить, вот это круто. Можно весь мост слонами утыкать. Видимо, мы так и будем делать, да? Слоны тем более еще могут скинуть. Вот здесь вот на повороте, мне кажется, самый камильфо. Самый раз. Натыкать слонов. Музыка вообще классная. Такая классическая классная музыка. Да-дай-да-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Бум-бум-бум. А, шар, смотри, он еще по зоне как-то бьет, цепляет. Хорош, сейчас мы тут заведем ему.
Так. Так, еще слоника. Ох, сейчас мы его там примем на повороте, ребята. Ох, накупается он у нас в ловушках наших. Мне кажется, на мосту самое оно вообще все это дело отстраивать. Так, пора. Он тоже поехал уже. Воу, инопланетяне в бой. Тихо. Тихо, 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 налево. Нифига себе, что-то неуправляемости вообще нету никакой. Мне сказали, что она управляемая. Ёлки-палки, что здесь происходит? А! Да я! Упал! Галтиар поддержал на 321 рублей со словами. Фига себе, у тебя тут градация донатов случилась. Редко же я тут бываю. Песенка на твой выбор. Спасибо. Уж что-то колесо мне это не очень нравится. Враг тоже катится. Тормози! Ты, блин, утонул. Утоп. Блин, так прикольно, рогалик катается. Коровы! Тормози! Да что ж такое? О, меня поставили, по-моему, правильно уже, как надо. Я повернул. При помощи компьютера я повернул, ребят. Слушай, это колесо нифига не управляемое. Я шаром лучше управлял, чем этим колесом. Оно безбожно тупит. Надо что-то другое брать. Бумц. Да, а как поменять валун, ребят? Мне сказали, что в процессе игры можно валун поменять. Вражеский шарик. Ой, жесть. Он вообще чуть-чуть еле доходит, как говорится. Хе-хе-хе, на упреждение ему. Хорош. Еле добрался, слушай. Так, как мне валун-то поменять? Кто мне говорил, что валун можно менять? Мне это теперь нужно. Слушай, ну воздушные шары хорошо его потрепали, я бы так сказал, да? Единственное, что теперь поставить толком ничего там нельзя. Он реально знатно потрепан. Так, воздушный шарик. Воздушный шарик. Что, уже могу? Еще построить толком ничего не успел, а уже могу. Поехали. Чтобы поменять валун, их надо брать несколько. А, ну тогда я защиты не смогу взять столько, сколько надо. Ёлки-палки, какие-то буки на меня напали. Че это такое вообще? Век живи, век учись, какие-то новые ингредиенты. О, смотри, как тут можно шорткатнуть. Тихо-тихо-тихо, стоять колесико. В общем, обычный валун мне больше нравится, чем это колесо. Оно вообще что-то неуправляемое, оно вообще налево не поворачивает. Я пытаюсь повернуть, оно не поворачивает. Хотя вроде бы говорили, что наоборот будет хорошо. Тихо. Ух, черт! Ёлки-палки, надо рушить эти пушки сраные. Во! I'm coming! Оп, тормози, 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 тормози! Тормози! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Быки-быки-быки-быки! Пошли-пошли-пошли! Вон-вон-вон-вон отсюда! Фух! Кажется, проскочил! Тормози! Черт, только не туда! Какое? А! Я даже еду, управляю дальше своим колесом! Что за бред? Нечестно! Это было не А! Это было не А! Это был не Нескафе! 140. Лабенька! Так, где там его валун катит? Давай за ноликом. О, слушай, а что если я его прям тут убью? Что я промазал, да? Слушай, он вообще, по ходу дела, не дойдет. Ну-ка, ребята, слонята, валим его. Все, мы его завалили вообще. Офигеть, я просто его завалил. Крутяк! Он вообще не доехал до меня. Офигеть. Вот это называется грамотная оборона, ребята. Враг просто не добрался. Ну, всем оборонам оборона. В
Может, вот здесь это такое комиссия по встречам. Слон. А, у меня слоны кончились. Нет, погоди, слоны не кончились. А что, я ставить не могу? А что это за полоса такая, ребят, по которой я ставить не могу? Немного нечестно. Покатили. Нам еще два раза закатить надо будет. Ну, потому что здесь как-то вообще жарко. Прыгай! Хопа! Проскочил. Ха-ха-ха! Стоять, тормози! Налево! Галтер, здоровый снова! Мы тут, видишь, бетонные пончики катаем. Галтиар поддержал на 321 рублей со словами: песенка прикольная, да классическая. Эй, сломал пушку. О, какую-то хату сломал. Бычок? Хорош, что это за валун-то здесь стоит, а? Обязательно, Галтиар, все будет. Вперед! Вперед, мое дорогое колесо. Тихо, тормози колесо. Куда ты? Какую-то яхту сбил. Тихо, 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 налево. Что ж ты так катишься странно? Корову берем с собой? Нет, не берем. Я понял, это просто какие-то вещи, которые по умолчанию здесь стоят. И куда ты? Ты, блин. Так, глядишь, мог бы за одну... Нормально, прям на корову упал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я лежу, меня тут нет. Ох, меня встречают фейерверками и быками. Пошли вон, пошли вон. Витя едет. Пока перепрыгиваем. Скачем, тормозим. Ёлы-палы, здесь прям фортификации какие-то возвели. Объезжаем. И с разгону давай! У-ху! Не добил. Не добил. Так. А где вражеский камень? Уже сдох, что ли? Походу, дело, враг сдается. Или он доехал? Непонятно. Не понимаю, ребят. Где враг-то? Так, я нашел еще один поворот. А, здесь сложнее организовать такую оборону прикольную. Потому что здесь, смотрите, здесь какая-то полоска прочерчена. Там-то полоски не было. А здесь прям полосочка какая-то есть, которая мешает нам это по фэншую сделать. Ну ничего, мы сами сделаем. Знаете, мне вообще вот это расположение всяких вещей напоминает игрушку, такую очень старую досовскую игрушку, которая называлась Рампартс, кажется. Вот что-то такое там было. И там тоже нужно было строить, строить, строить. Там, правда, еще и тетрисовыми фигурками нужно было строить забор. Ну, это такая мультиплеерная игра, друг против друга там играть можно было. Ну, и очень круто. Не знаю, старички есть, которые знают, что такое Рампартс? Вообще топовая игруля. Я помню, мы в нее столько зарубались. Молния! Ой-ой-ой. Ладно, мы туда не пойдем. Ну, то есть тут есть длинный путь, да, а там короткий путь. По-хорошему, как бы надо по короткому пути идти. Да что ж такое, я по этим ванильным полям там. Да мне, по сути-то, убивать-то никого не надо уже. Мне главное доехать и вальнуть. Ой-ой-ой, только не в дурку. Ух ты, блин. Полоска — это дорога вроде. Ну нет, это просто какая-то штука, которая мешает мне строить. Это не дорога. Тормози. Налево. Фу ты, блин, опять упал. Нам главное не это, а до конца-то дойти, а то. Бычка берем с собой. Тихо, тихо. Ёлы-пал, он тут понастроил-то. Бам, тебе башню снесли. Так, тормози. Тут главное осторожно, ребят. Тут теперь главное осторожно. Я доезжаю и побеждаю. Главное доехать просто. Так, тормозим. Спокойненько прокатываемся. И тут, в принципе, уже... уже финиш. Е-е-е, войдите. Фу ты, блин, вошел. Надеюсь, нам хватит такой скорости? Хватило. Крик. Топчи его. И друзей. Блин, какая же все-таки упоротая игра. Пляшет на нем. О боже мой, я что-то открыл. Так, давай посмотрим. Мы с вами до пушки добрались. Пушка. Мощное, но очень долго перезаряжающееся оружие. Так, здесь мы были.
Ну что ж, раз мы с вами с Жанной Дарк уже как-то подружились однажды, предлагаю зайти еще разок к ней в гости. Жанна Дарк. Чаек. Я тоже попью. Алло, я нашел тебя. Извините. Можно спросить, видели ли вы... Боже мой, я знала, что ты придешь. Я готова уничтожить врага. Тут будут катапульты и копейщики. И, конечно, мы не можем забыть... Не-не-не-не-не-не. Мы должны вылить кипящее масло на солдат. О, Богу понравился мой план. Я так счастлива. Так, давайте выберем себе шар. Каждый шар уникален по-своему. Так, это мы ездили. Так, ты кто? Оставляет след краски, нет, фигня. Валун с большим апатитом. Аппетитом? Апатитом. Друг Сизифа и Атласа. Довольно многогранный валун. Мне кажется, это самое нормальное, ребят. Взять довольно многогранный валун и не париться. Я возьму проверенную тактику. Слоны. Шары. Пушки с фейерверком. Башня. Нет, не башня. Банк. Попробуем через банк сыграть. Я готов. Поехали. Так, сначала строим шахты. Где их строить-то? О, вижу. Так. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Отлично, шахты построены. А теперь надо посмотреть. Ну, в принципе, здесь более-менее равномерно все это дело стоит. Да, тут, в принципе, особо сильно ничего не изобретешь. Нужно просто... На каком-то эпичном повороте, вот на этом, например, да, понастроить много защиты. Потом на этом. А вот здесь вот узкое место. И в узком месте тоже. Давай, на узком месте строимся. Так, шар, фейерверк. Еще слоника надо впихнуть куда-то. Оп. Чем больше слоников, тем лучше. Шарик. Так, здесь ничего не влезает больше. Еще шарик. Так, торпедоносные башни. Супер. И еще один слон. Ой, блин, слишком близко поставил. Ну не, забодаем его до смерти. Беремся. Беремся за шар и покатили. Давайте. Я готов. Буковку С уже клацаю. Сейчас поедем, ребят. Сейчас поедем, мы вот оттуда поедем. И вот туда налево. Там коровы. А дальше нам не показывают почему-то. Погнали, друг Сизифа! Корова, 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 тормози, тормози. Ой, нормально, спасибо, корова. Спасибо. Мне как раз-таки корова нужна была. Ух, притормаживаем, перепрыгиваем. Здесь нам коровы не нужны. О, может сюда? Вот это я шорткатнул. А здесь можно и на ту колонну потом прыгнуть. Ну ты посмотри, надо посмотреть, как оно проходит. Если... Прыгает. Ну ты какая, ты смотри, прыгает. Ой, черт, все бочки поломал. А тигры опять напали, напали тигры. Напали тигры на нашего врага. Слоны бьют хоботами. Отлично. А я пока разгоняюсь и бью в ворота. Полным ходом. 172. Нормально, живем. Главное, что я первый. А он? А как узнать, сколько он ударил? Непонятно, не пишут. Так, что-то у нас со слонами и прочим. Нормально, да, восприняли все это дело. Шары возвращаются на места. Вот здесь можно еще такой десантный шар поставить.
Так, на том повороте все было классно. Мне понравилось, как они справлялись. Так, теперь забиваем. Ну, здесь... Если по прямой вот так прыг-прыг, смотрите, прыг, прыг-прыг можно делать. Можно вообще прыжками все это перескакать. Надеюсь, не будет этим заниматься. Давайте тогда вот здесь слонов поставим, чтобы не надо было сильно прыгать. Ну, в смысле, нельзя было сильно прыгать. Слоны, воздушные шары. Пару ракетниц тормозящих. Так, пара воздушных шаров. Мне нравятся воздушные шары. Они царапаются как тигры, как волки. Как незнамо кто. То, что доктор прописал. Так, пора ехать уже. Погнали. Поехали! Так, собираем коров. Коров, берем пару коров. Классно, вот коровы здесь прям вот точно поставлены. Специально, чтобы... Да как так-то? Я просто не мог переехать в другое место. Давай! Опаздываем! А это что за арка такая сумасшедшая? У меня тоже такая есть. Бах, а там за аркой, оказывается, бочки стояли. Вот это засада. Вот это хитрожопа было. Ну что, прыгаем. Эй, не-не-не, так просто здесь не пройти. Здесь нужен шар с даблджампом, как вы говорили. Так просто здесь не проскачешь, ребят. Здесь только вот хитрочу по поворотикам. Оп-оп-оп-оп-оп, вихляй. Ну, этот шар, кстати, намного лучше управляется, чем даже кольцо. Что-то у нее с шаром происходит. Ой, кажется, мы ее шар завалили, ребят. Мы ее шар завалили, прикиньте. Вот это да. Ветряные мельницы. Фига себе, такое тоже возможно. Я вальнул ее шар. Она не доехала просто. Видимо, моя тактика работает. Так, ну давай, раз она такое делает, подлянку. Давай мы тоже подляну здесь сделаем. Ну как бы стенку я ставить не могу, но я могу поставить взрыв патроны. Тут что-нибудь типа... Парочку шаров. А встречают все это дело два слона. О! И здесь на выходе еще два слона. Как так уже катится? А что так быстро-то? А, видимо, потому что вторая попытка не докатилась первый раз. Ну вот сейчас и опробуем нашу фортификацию. Упумс! Он слона убил мне! Паразит! А? Давай-давай, бодай его там. Хорош, смотри, как мы его... Объезжает паразитка. Объехала. Ну нормально, смотри, четверть жизни почти мы сняли. Второй пункт. Пум, еще одного слона вальнули мне. Упади. Е-е-е, детка. Ладно, нам пора ехать, ребят. Нам пора ехать, а то мы так сейчас засмотримся на этот шар. Так. Берем корову. Блин, налипшие коровы, это круто. Такие вымя торчат в разные стороны. Тихо. Черт, я не заметил. Сломал. Ну и хорошо. Конечно, не факт, что нам потом еще пригодится. Ой-о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 й! Ух! Бамц! Доехала таки все-таки. Все-таки доехала. Тихо, не стреляй мне по валуну. Да, в принципе, это самый нормальный камешек, ребят. Если что, ребят, кто в курсе, подскажите, что же я опять не туда еду. Подскажите, каким методом мне активировать шары Айзека? Я как... Оу, незадача какая была сейчас. Я купил DLC с Айзеком. Ну, в смысле, не купил, оно бесплатно предоставляется. Как активировать шар Айзека? Ты смотри! Не хватило мили сантиметра какого-то урона. Вот это сейчас мы можем прокатиться с вами. Если нас сейчас опрокинут, это будет незадачка. Так, где бы нам еще построиться тогда? Надо срочно вот здесь вот надо строиться, наверное. Нет? Так, она там не прыгает. Вот здесь надо строиться.
Вот здесь вот строимся. Что такое? Кончились. Ловушки кончились. Черт побери. Слоны только остались. У меня только слоны остались. Я больше ничего не могу строить. Враг катится. Ну, надеюсь, не пробьет. Надеюсь, не пробьет. Ну, потому, ну, прикинь, вот жесть, вот чуть-чуть не дошел. Там вообще здоровья нету. Давай, хватай. Еее. Слон, смотри, слон натолкнул на эту штуку его. Бабах, супер. Давай второй слон. Черт, ты смотри, он тут решил мне все разбить, да? Ну, у него там полжизни почти осталось. Ладно, покатили. Надеюсь, сломается. Надеюсь, сломается, пока докатится. Чем больше она ломается, тем меньше повреждений она потом наносит. Надеюсь, вы это понимаете. А если полностью ломается, то вообще не наносит повреждений. Это вообще круто, когда так происходит. Корову взял и упал. Тигры, тигры, ломайте его шар. Ее шар, в смысле. Это Жанна Дарк. Тигры вообще угарные. Я хочу посмотреть, когда на меня нападут тигры. Кажется, слон сел на ее шар. Судя по картинке, то, что там происходит. Слон просто сел на шар Жанны Дарк, и шар пропал. Кто знает такой анекдот? Молодец. Ё-моё, вот это что такое тут вообще? Вентиляторы какие-то стоят. Я их хитрожопнул. Прикинь, как я прошел. Ну, привет, Жанна Дарк. О! Там сраный вентилятор в бок. Он меня уже второй раз здесь скидывает на этом месте. Надо его вальнуть. На. В отместку тебе за то, что ты там стоишь. Все, победа. Дави. Привет. Такой смайлик сейчас тебя задавит. Со звуком. Ах, растоптали, вон она плоская лежит. Ну ладно, Жанну Дарк победили. Мы молодцы. С девчонками сражается. Взрывчатка. Бочки веселья. Расставляйте их рядом друг с другом для детонации цепной реакции. О, да, а здесь кто? Кадакис. Кадакис. Ой, да. Во, вон там левиафан дующий, а вон мельницы ветряные. Все это нам понадобится, ребят. Но понадобится нам это в следующей серии. Если вы, конечно, этого захотите. Свои хотелки высказывать сугубо пальцами вверх. А я пока с вами прощаюсь. С вами был Виктор. Упоротый цветок. Упоротый шар скругленного бетона. Куба бетона. И это самая упоротая игра про камушки. Всем пока. Лайки, подписки, комментарии, в описании ссылочки на плейлист, на группу ВКонтакте, в описании также ссылочка на список всех игр, в которые я играл. Я ушел. О, шарик. Что это такое? Ага.